Эй, чувак, с тобой я, Стопикат. Да, давно ты меня не слышал. В Ламберт Айконе наконец-то начался новогодний ивент, а Новый год — это мой любимый праздник. И это было бы настоящим грехом, если бы я это не снял. Ладно, я просрал День Благодарения. Я чмо. Этот Новый год, к счастью, не такой уж и маленький. Да и тем более, не факт, что он вообще до конца вышел. Пока что в игре присутствует только 3 подарка и 1 новый предмет. Не думаю, что это финальная часть обновления, но все же я сниму небольшой обзор, так как этого уже достаточно. Самое первое — это новый подарок в магазине Woodrass за 43 тысячи. Ты чё, больной что ли? И это ледяной подарок. Честно говоря, я не знаю, почему он стоит так много, но у меня есть предположение, что внутри будет топор, потому что, ну... А почему бы нет? И упаковка такая, как у топора, да и цена, ёб твою дивизию. Если там действительно какой-то новый топор, то это будет по-настоящему охрененно. Топор для ледяного дерева, например, оно не так уж сложно рубится, но все равно новый топор, ура. Двигаемся дальше, и следующий у нас магазин фурнитуры, который был закрыт, когда я к нему приехал. Мне пришлось стоять всю ночь, бля. И первое, что мы встречаем, это вот такой вот оранжевый подарок. Я предполагаю, что внутри находятся шары, потому что, ну, подарки шарами, они так и выглядят, только по разным цветам. А дальше мы видим подарок... запутанности, ведь именно такое у него название. Выглядит он как подарок с головами нуба, но другого цвета. И, честно говоря, название немножко такое интересное. Подарок заблуждения. Может, нам кажется, что там внутри голова, а на самом деле там экскаватор, блять. И дальше мы встречаем что-то новенькое. Новогодняя гирлянда. Честно говоря, за Новый год давно не было украшений в Ламберт Айконе. Да, почти что не было. Их не было. Это первый раз, когда выходит такое вот интересное новогоднее украшение, а именно гирлянда в виде леденцов. Стоит он 1000 и, честно говоря, очень длинный. Еще и не требует питания, чтобы начать светиться. Это очень классно, ведь это впервые в Ламберт Айконе. Только неизвестно, будет ли это так же, как с гирляндой Хэллоуина, которая до сих пор продается, неизвестно с какого года. Но даже не знаю, хорошо это будет или плохо. Все-таки потеряется какая-то уникальность у этой гирлянды, если она останется после Нового года. Ну, а дальше у нас... ничего нет. Да, почему-то в магазине Боба ни хрена нет в этом году. А обычно все появляется первым делом у него. Но мне кажется, то, что что-то да выйдет еще. Конечно, с помощью читов читеры уже давным-давно там все это посмотрели, но, ребят, мы не читеры. Мы хорошие парни. Поэтому мы будем просто смиренно ждать обновления. Свои предположения насчет подарков пишите в комментарии. Ну, а я вновь вас вынужден покинуть. Не думайте, что я мертв, парни. Я всегда слежу за каналом. Просто я немножечко сейчас занят другими делами. Ну, а всем спасибо за просмотр. С вами был Стопикат. Еще увидимся. Пока. Thank you.